Сесії міської ради Дніпра тривалий час проходили швидко і спокійно, аж до останнього засідання 24 квітня. Тоді, на початку розгляду порядку денного, між депутатами фракції «Самопоміч» і міським головою Борисом Філатовим сталося, ну, назвемо це словом, непорозуміння. Закінчилося тим, що «Самопоміч» взагалі покинула сесійну залу. Ось як це було. Да я дам вам выступить, пожалуйста, вы уходите. Да что вы каждый раз как это самое, в обидели мышку, написали в норку. Да елку, ну что за люди, а? Мы уже говорили. Да не хочу их читать, ваши документы. Смотрите, да вы... Так, ладно, все, давайте, идите с Богом, хорошо. У нашій студії депутат Юрій Акуленко, голова фракції «Об'єднання «Самопоміч» у Дніпровській міській раді. Маємо бажання дізнатися, що сталося насправді і які наслідки цього конфлікту. Отже, пане Юрію, я вас вітаю. Добрий день. Що ж насправді там сталося на останній сесії міської ради? Детальніше. Ну, на самом деле не произошло нічого необычного. В начале первого часа, вернее, в его конце первого часа заседания сесії, сложилась ситуация, при которой нам несколько раз нашей фракции не было возможности высказаться и проигнорированы наши горящие микрофоны. Ну, собственно, раз, два, три. И продолжать в данном контексте и вот в данном русле свое присутствие на сессии мы не посчитали нужным и возможным. Раз наше мнение не интересует міського голову, ну, зачем нам тогда присутствовать при этом? То можна сказати про те, що ваша фракція нині в опозиції, так чи ні? Это нельзя назвать оппозицией, это реакция на то, что происходит. Мы почему-то начали приучать сами себя к тому, чтобы сессия должна происходить там за 20 минут, без обсуждения, с голосованием блоками, пакетами, без возможности задать вопрос тому, кто подал проект решения, дабы выяснить некие, ну, интересующие депутатов, и не только депутатов, и общественности, и населения вопросы. Это странно. И, наверное, та публичность, которая есть у Рады, в том числе прямая трансляция, да, она предусматривает некую процедуру обсуждения. Тем более, когда идет блок, а там 12 вопросов, 6 доповедачив, ну, наверное, у людей должны быть вопросы. И, ну, как нам кажется, в этом нет ничего оппозиционного, задать вопрос. Но почему-то складывается тренд, при котором сама попытка задать вопрос воспринимается в штыки и как некая оппозиционность или противостояние, или противовес. Ну, странно, но мы с этим мириться не собираемся и, конечно же, будем приходить на сессии и задавать те вопросы, которые считаем нужным. Тем более, что если посмотреть сессию, никаких вопросов оскорбительного характера или обличительного мы не задавали. Мы хотим пояснений, разъяснений, как для себя, так и для тех, кто нас избрал. Давайте поговоримо про те, що вас цікавило, які питання, на яку тему ви хотіли задати і кому. Да, все началось, как и положено, с первого раздела. Это выполнение бюджета, перевыполнение, куда будут направлены средства. Мы обратились к Владимиру Владимировичу Миллеру. Уже в этот момент возникла некая пикировка с Борисом Альбертовичем. Он несколько раз меня прерывал. Я ему напомнил о том, что это мое время. Ну, наверное, там, те две минуты, которые там мне были положены, я хотел бы их использовать. Вот, я вполне корректно, это все могут убедиться, задал вопрос, получил ответ, ну, неполный. Ну, надеюсь, что там, у нас еще будет возможность поговорить с Владимиром Владимировичем, и там, он еще там, продолжит этот ответ. Ну, может, я какое-нибудь обращение напишу. В этом нет никакой проблемы. В общем-то, он вполне там, доходчиво и адекватно ответил на те вопросы, которые задал, но не на все. Там был вопрос и про 140 миллионов. Я не очень понял, так будут деньги или нет. То есть вопрос подвешенный. Судя по всему, он так и будет весь год подвешен. Ну, дай бог, чтобы нам эти деньги пришли с фонда державного регионального розвитку. Вот. И я не получил ответ, будут ли направлены средства, которые являются превышением бюджетной части.
в гуманитарную сферу, потому что, вот, что касается моего округа, заявки, конкретные заявки от дошкольных начальных закладов, школ, они не выполнены вообще, поэтому, ссылаясь на то, что нет средств. И эта возможность появится, если будут, собственно, они появляться. И вот они появились, и я задал вполне конкретный вопрос. Пока ответов нет, ну ничего, подождем, возможно, будут в дальнейшем. Ну тоді давайте поговоримо про департамент, також який завідував, скажімо так, бюджетом участі. Що це за департамент? Розкажіть нашим глядачам. Це у вас так, в кулуарах, все зрозуміло. А там департамент, там управління, там підуправління. Ну, будь ласка. Тут хотілося б внести неку ясність, тому що, к сожалению, ми вже не присутствовали в этот момент в залі. Но здесь все очень просто. В июле 17-го года я сам писал положение про департамент, потому что считал и считаю, что прибыльность, частью прибыльности является, наверное, экономия все-таки. И этому не надо даже учиться в университетах. Надо экономить средства. Раз ты не можешь повлиять на тариф кардинально, ты должен повлиять на потребление. Ну, именно с этой идеей мы пришли тогда к руководству города, с идеей создать департамент, организовать структуру менеджмента энергоэффективности. И заняться этим вплотную, потому что подход в энергоэффективности только системный может быть. Там есть пирамидальная структура и так далее. Но я не хочу никого утомлять этим, тем более, что теперь это пока для города, как оказалось, не актуальная тема. И департамент ликвидируется. Но вот для примера, что касается энергоэффективности, школа, допустим, 34-я или 15-я, скажем, ну, к примеру, да, такие так называемые бывшие советские тысячники школы, да, возьмем 4000 квадратных метров. Средняя стоимость квадрата отопления, да, она такая примерно, как гигакалории. Вот они примерно у нас там выравниваются, где-то под 40 гривен. Давайте возьмем. Очень просто. 4000 на 40 гривен, 160 тысяч. 5 месяцев, 6 месяцев отопительного периода. Ну, 5 хотя бы. 5. Миллион гривен. Одна школа. Я напомню, что в Днепре 156 школ. Не все такие большие. Но мы понимаем, какого уровня это цифры. Более 100 миллионов гривен, это только школы. Добавляем сюда 150 садиков, они меньше. Ну, давайте в половину хотя бы, да? Еще 70 миллионов. То есть порядка там 200 миллионов, но я сейчас не называю там больницы, еще масса разных коммунальных закладов. И мы получаем порядка 300 миллионов только на оплату теплоносителя. Мы предлагали, давайте выделим средства на установку индивидуальных тепловых пунктов, которые реагировали бы на погоду и на время. То есть в школе не всегда надо держать одинаковую температуру. Да, вот как заходит теплоноситель, так он вот и гоняется по кругу, по всем этим огромным коридорам, пустующим половину времени школьного. Можно поставить автоматику, которая все это бы регулировала. Опыт показывает, весь мировой опыт показывает, что как минимум 30% экономии от этого уже. Ну, нетрудно посчитать, сколько за год можно сэкономить с 300 миллионов путем простой пропорции из третьего класса, да, около 100 миллионов экономии с 300 миллионов. Поэтому, если бы мы в 2018 году это внедрили уже, то мы бы уже 100 миллионов сэкономили. Но сэкономленные сложно посчитать, их сложно пощупать, надо было попробовать. К сожалению, запыты департамента на подобные вещи не были профинансированы. Ну, так вот, знаете, как, ну, не сложилось. Пока, видимо, мы не доросли до того, что до понимания уровня экономии средств вот в данном направлении. Второе направление, которым занимался департамент, это бюджет участия. Суть его была в том, что жители инициативно проявляли собственную инициативу и подавали свои проекты. Это прямое участие в распределении бюджета. Проект, конкурс, выделение средств, реализация через департаменты городского совета. Муки. Адовые муки. Это люди, это характеры, это мой проект, почему я проиграл, почему мне не дали и так далее, и так далее, и так далее. Но вот за два года это выстроилось в плавную, нормальную систему, где есть уже что показать, наработки, огромная база. И самое главное, благодарные участники, потому что, ну, ведь это же очевидно, это самая активная часть населения, которая верит в то, что эти программы работают, она приходит и увидела, что это реально работает. Вот. Мы их и благодарим за то, что они верили в это. Нас благодарят, тех, кто были инициаторами, это и поддерживало.
Так что тут вполне там успешная история, и дай бог, чтобы эта история продолжалась. В чем у нас не то чтобы есть сомнения, но знаете, как период перемен, все возможно. Поэтому мы только хотим пожелать удачи этому проекту и тем, кто в нем принимает участие, не сдаваться, идти дальше. И мы рядом, мы поддержим, поможем, тем более мы знаем эту вот лоцию, мы проведем через эти сложные тернии всех департаментов и процедур. Ну, хтось каже про недавні вибори, вони вдалі, хтось каже не вдалі, на ваш погляд, які вони? Вот здесь, да, вот здесь хотілося внести ясність некоторую. Дело в том, что перед тем, как мы начали обсуждать первую часть нашей Марлезонского сессии, балета. Да, когда вот были заданы вопросы по поводу первого раздела, было заявление фракции в виде выступления одного из наших депутатов, Александра Лыгина, где было зачитано обращение к Александру, к Андрею Парубію. И мы хотели бы, что это было бы звернення міської ради. В чем суть? Чтобы всем было понятно. Да? Я напомню, что это было в среду. А Инстаграм Зеленского вышел, по-моему, вчера в 6 вечера или в 7, с тем же самым. Так вот, к вопросу, я сначала вернусь к вопросу, касается ли это компетенции городского совета. У меня здесь однозначный ответ, конечно, касается. 9 из 10 человек Днепра, ну фактически 9, поддержали этого кандидата. В силу разных причин. Это прежде всего протест и надежда. И отсрачивать начало его каденции умышленно, но это недопустимо, как мне кажется. И мы сели, посмотрели законодательную базу, и получается, что ЦВК уже готов в электронном виде, у них есть все протоколы. Но каким-то образом могут не доехать несколько протоколов с мокрыми печатями, что формально позволяет оттянуть дату объявления окончания и подведения итогов выборов. И что в этот момент происходит? Закон говорит, не позднее 30-го дня после объявления о официальных результатах выбора. И что получается? Что если 30-го об этом объявить, то крайний срок 30 мая теперь. Но если бы сегодня в пятницу ЦВК нашло в себе силы и мужество, и отреагировала на выбор населения, объявила Зеленского избранным президентом, законно избранным президентом, то у него хотя бы теоретически появляется право издать указ о роспуске Верховной Рады. И это было бы до 26 мая. Напомню, что сессия, пленарное заседание начинается 14 мая. И я уверен, что этот вопрос с 14 мая будет поднят, и градус у него достаточно высокий будет. Рада на сегодня не представляет население. Вот она уже не отражает те настроения и те чаяния, которые были у населения и тех, кто ее избирал. Поэтому это касается всех, кто там присутствует. Пора перезагрузить Верховную Раду и пора дать президенту возможность воплотить в жизнь все те, вот, наверное, даже вот это слово, повторю, чаяние, да, и те ожидания, и те надежды, с которым связывают это его избрание его, жители нашей страны. Поэтому, конечно, это наш вопрос, в том числе городской. Ну как можно не опираться на мнение тех людей, которые, собственно, нас и избрали в Раду, да? Вот эти же люди, избравшие нас в городской совет, проголосовали за этого человека. А мы стоим в стороне и говорим, не-не-не, пускай все там Андрей Парубий сам все решит. Ну, наверное, это, ну, на наш взгляд, не совсем правильно. Поэтому мы и хотели, чтобы это было обращение от Рады, отправленное, ну, коллективное, звернення через голосование. Он не был поставлен на голосование ввиду разных причин. Не склалось. Да, вот не я склалось. Просто хотел вот внести ясность, потому что в этом и кроется вот некая игра. Немножко ЦВК затягивает, немножко переносит срок Андрей Парубій, и Зеленский уже не имеет конституционного права распустить парламент. Останнє питання на сьогодні. Як самопоміч працюватиме у Дніпрі далі? От як працювала, так і буде працювати. Як говориться, не дождетесь. Работали, работаем і будемо працювати. І ще активніше будемо працювати, тому що ми, по суті, мажоритарщики. Ми відходили наші округи, і ми спілкуємося з людьми. Ми розуміємо, що їх хвилює. К сожалению, ну, всім нам от, нечим похвастатися зараз в місті. На самом деле, вот давайте там объективно, ну чем мы можем похвастаться? Вот люди пойдут в церковь, в Троицкую, не Троицкую, а вот та, что возле больницы Мечникова, через день, утром. И будут проходить вот там, где танк у нас стоит. А у нас с двух сторон уже полтора года разрытые стоят траншеи.
У нас генподрядчик не в состоянии привести в порядок то, что он делает. В центре города. Вы посмотрите, что происходит. Это у нас так с метро. Там все скрыто, как говорится, в прямом и переносном смысле, что там происходит. Этот мост бесконечный, к которому уже все привыкли, как к какой-то хронической болезни. Это набережная. Ни одного нормального инфраструктурного проекта не закончено в городе. И это, наверное, всем нам тоже такой вот укор. И я хочу еще одно сказать. Я там обратился бы и к жителям. 30 секунд. И к журналистам. Спасибо большое, не забирайте мое время. О том, чтобы, пожалуйста, давайте разделять все-таки мэрию и горсовет. Это все-таки разные понятия, потому что все хорошее — это мэр, а все плохое — это городской совет. Давайте все-таки делать правильные выводы из того, что происходит и окружает нас. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну і з прийдешніми святами вас. Також. Дякую. Глядачам нагадаю про депутатські перипетії. Говорили із гостем студії Юрієм Акуленком, головою фракції об'єднання «Самопоміч» у Дніпровській міській раді.